Всем здравствуйте. Да, ну я не проспала, конечно, проспала. Я-то не проспала, просто я поздно вышла. А эти транспортники уже разъехались. Я сняла пару видео. Сейчас ждем, сказали, ждем аграриев. Сейчас должны, значит, подъехать. Будем ждать. Так что никто не расходится. Но многие разошлись. Не знаю, может быть, потом вернутся. Так что все. Транспортники уехали, освободили площадь. И сейчас ждем аграрии. Приса здесь. Что-то полиции вообще нет. Мало полиции. Холодно. Есть и влогеры. Кто-то в ТикТоке ведут эти прямые трансляции. У меня нету ТикТока. В Инстаграме тоже там. Я не знаю, как там в этом Инстаграме. Переходить на Инстаграм. Не знаю. Без понятия. Я еще с Ютубом не разобралась. Не могу разобраться с Ютубом. Все никак. Получится у меня что-то, не получится. Без понятия. Я с Ютубом не могу разобраться еще полгода. А переходить... Мне сын сказал, что да, там в ТикТоке люди все выставляют. Я не знаю. У меня нет этого ТикТока. Я не понимаю. Этот ТикТок, может быть, там что-то и есть, какая-то хорошая, полезная информация. Но не знаю, я не заходила туда, в ТикТок, и у меня его нету. Инстаграм есть, но я не сижу в Инстаграме, у меня нет времени на Инстаграм. Так что пока нет, пока вот Ютуб. Пока я посмотрю здесь что-то, если что-то получится более-менее нормально в дальнейшем, тогда да, а так не знаю, пока так. На улице холодно, очень холодно, и ветер холодный, все работают, флаг на месте, и не один, здесь три. Что все на месте, все ведут вот прямые трансляции. Так что ждем, не знаю, подъедут, не подъедут, но я стою, я буду стоять до последнего. Аграриев не пропущу. Посмотрим, сколько их будет. Меня уже конфетками угостили, так как мы давно не виделись тут. Не встречались. Меня решили конфетками угостить. Ну вот как-то так. Все, поболтали немножко. Болталки. Буду свое видео подписывать. Болталки, там где я что-то рассказываю интересное. Мне одна женщина вот там, где я выставляла моду, подписалась. Спасибо ей огромное. И пишет, да, без болтовни, без того, чего не надо. Правильно, музыку поставила, смонтировала. А что еще надо, что еще говорить? Кому нравится, тот смотрит. И моду тоже. Так что все, всем привет и пока. Ждем аграриев.